Все ближе и ближе мы к финалу. Что матч грядущий нам готовит? 1/16 финала. Это еще не все ближе и ближе, но тем не менее. Я надеюсь, мы увидим нечто большее, чем просто борьбу за результат. Хочу красивого футбола. Прямо сейчас. Конечно, даром никто мяч не уступит. И игра продолжится после введения мяча из-за боковой линии. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Бензина. Не может атакующая сторона, хотя оборонительные ребята преодолеть. Но, во всяком случае, его хлопья. И неожиданно, и красиво. Самирито. Теряет мяч в середине. Лено. И все, конец атаки. Или вернее, начало другой со стороны соперника. И вот потеря в центре поля. И почему-то никто не встречает. Я бы назвал это и потерей. Варианта обостряющего игрок не нашел. Модрич. Читал он эту передачу и легко ее перехватил. Хватит. Родригес. Самолета. Алаверди, если угодно. Бейл. Родригес. Он примет в этой ситуации. Иванович. Это он! Усилий перехватывает игрок мяч. Yes. Лена. Опасный момент. Как же трудно было в этом эпизоде ему, но он молодец. Мяч ушел за лицевую линию, угловой удар. Вот это шанс! Сколько стрел критических на линейных орбитах, а? Гол рядом вроде бы, да? Он стоит с флажком, зафиксировал офсайд. И половина болельщиков, наверное, на пустыре. Вот так.
отдал, открылся. Закон футбола на коротке. И перепрыгнул он через соперника, шедшего в подкат. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Остановлена игра, но остановка будет длинной. Арбитру надо минимум поговорить еще с футболистом. И это предупреждение. Не дойдет туда, застрянет. Мог отскочить, наверное, в другом направлении мяч, но улетел куда улетел. За пределы поля. Угловой удар. Этот перехват — награда за его старание. Пепе. Бейл. Игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно было отправить. Мужа! Вот умение современного футбола — не давать бить или блокировать удары, как получится. Драгба, у него широкий шаг и подпрыгнуть умеет. Вот как раз атлетизм и чтение игры. Голодно. Смотрим за этим камерунским волшебником. Это то. А флаг линейного уже поднят. Офсайд. Перехват в середине поля. И вот он, Драгба. Ну давай! Бьет такого поворота. Не попадает. Один ноль после первого тайма. Это очень интересно все, когда соперник в этой встрече, где один, да, пойдет дальше, а другой... Футболисты на своих позициях, судья на своей. Думаю, что последние зрители, спешащие из буфета, занимают свои. И начинается второй тайм. Комбинируют игроки. Быстрый переход в атаку. Это вообще опасно. Дидье Драгба остановил Андреаса Гранча. И это будет, конечно, друзья. Посмотрите, какая мощь. Современного, травматичного футбола. Какой мощный футбол. На столбе. На столбе. Но с одной стороны, будет написано: забил такой-то. С другой стороны, не забывайте о том, кто дал пас. Я вообще думаю, процентов 80 заслуги — это заслуга пасующего. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Бейл. Бензина.
продолжится после введения мяча из-за боковой линии. За лицевую линию. Угловой будет. Отбил его, но куда? Хорошо позицию выбрал. Встретил соперника довольно жестко. И мяч помог. Иванович. Просто подарок мяча сопернику. Вот. Борьба. Плотность игры – непременная составляющая футбольного матча. Леон. Теперь будем ждать, что еще будет гол, потому что вратарь сегодня абсолютно не может выручить команду. Сегодня уже не на что рассчитывать в команде, потому что с таким вратарем, ну точнее вратарь нормальный, но вот как сегодня играет, с такой игрой далеко не уедешь. Ждем свистка Бухачевича. Все глаза, все камеры. Судья фиксирует нарушение, и штрафной будет очень опасно. Команде он вряд ли помог бы, но мяч прошел мимо ворот. Да, вратарю иногда тоже должны вести, я считаю. Какой пас проходит? Рагба. Кричали ему стрельбу, где-то поддерживали, где-то ругали, и вот в конце концов добились своего. Вроде начинает играть. Поймал мяч, доволен собой. Хотя, мне кажется, это все вопрос настроения. Получился рикошет и, естественно, вполне что мяч в ауте. Невнимательность. Соперник должен наказать. Удар по воротам. Голкипер контролирует ситуацию. Отвоевать себе удобную позицию штрафной тоже искусство. Thank you.
и назад к родному порогу. Передача. Побольше разговоров нет, но что случилось, то уже случилось. Игры. И может быть последний стандарт в этом матче, может быть последний. Последний свисток в этом матче уже прозвучал. Встреча закончена. Выигрывает команда и остается в турнире, остается в гонке за кубок. Кубковые матчи нередко преподносят сюрпризы, и им не придется.